Всем привет, вы на канале Twin Key Time. Мы продолжаем проходить игру Road 96. Я на самом деле уже и забыла, когда последний раз я записывала, потому что сначала была неделя этих, господи, как демок, потом я записывала БГ. Ну и так далее. Поэтому для меня с этого момента последней записи прошло очень много времени. Что тут происходит? Take your time. Do it right. Хорошо. Что происходит? Я забыла вообще все. Ладно, таймер я включила. Погнали. Куда? Куда мы погнали? Вперед, очевидно. Да. Это наша третья, вроде бы. Ой, чё? Это ты! Слышь? Ну ты... Смотри, поехал рыбать. Ничего себе, ты чё? Ой, он остановился. И поехал дальше. Он, короче, что-то там меня задрачивает. Если смотри, он вышел. Это значит, что у меня хамбес. Он свистит. Жутко свистит, если честно. Может, ну его нафиг? Что это? Взять деньги. Отлично. Нам хамбец, мы все умрем сейчас. А где он? Вернуться решила. Чё? Пожалуйста, опустите оружие. Бригадир? Бригадский? Что? Тут я говорю ясно. Я знал, что ты вернешься к фургону. Это не мой фургон? Нет, но ты сюда наведываешься, ты и твои дружки-бригадиры. Я не из бригады, клянусь. Давай потрать все пули. Полезай в свой драный фургон, найди мне зажигалку. Я думаю, к нему подходить не стоит. Алку, я храбу тебя тут-то... Чел! Давай я тебя соскриню, ты так глядишь страшно. Максимально страшно. Да. О боже, что с ним? Чего так перекосило? Особо искать не пришлось, да. Я знал, что это твой фургон. А теперь сыграем в игру горячо-холодно. Ну, с дочкой раньше играл. Холодно. You're burning up. You're on fire. Ты чё, скример? Теперь у меня есть для тебя сюрприз. Ты же любишь сюрпризы. Бери канистру. Лола? Не смотреть, это личное. Окей, ну я посмотрела уже. Можно еще раз? Теперь полей в этом все в этом фургоне бензином все хорошенько. Посмотрим, как он горит. Он реально поехавший максимально.
Ну, типа, прям сильно. Я, конечно, очень сожалею о, то, о дочке, там все дела, но я сожалею дочке, а не этого при... Ну, ну типа... Я могу понять его, наверное, ярость, исходя из тех данных, которые мы уже имеем, но в то же время многие из нас теряют своих близких и часто тоже по вине других, но многие ли рандомно идут на абсолютно ни в чем невинных людей нападать при этом? Не знаю. Ну, типа, да, отомстить там тем, кто это, кто в этом виноват, но надо же разобраться, кто в этом виноват, в общем дело. А он конкретно просто поехал. Да, неприятно. Вообще-то это был не сюрприз. Не особо. Вы не хотите этого. О, ты знаешь, что за сюрприз. Плохой, значит, сюрприз. Я не из черной бригады. Не ври мне. Не с ними так будешь, я вижу. Вы... У вас есть дочь? Расскажите мне о ней. Просто время тянешь. Нет, я правда хочу знать. Вали. Расскажи остальным, за мной причитается. Окей, он отпустил. Да. Но ситуация, конечно, очень не очень. Проверим мусор. И еду съем испорченную тоже. Это что такое? А это что? О, это я возьму. Коллекционный предмет. Все? Поехали? Или пешком? Давай поедем. У меня есть 7 евро. Долларов. У меня просто 27 долларов, и я подумала, ну, ладно. Пускай будет ровно. ЛФО? О, с Хибиду. Гадаешь, чем я занят? Решил хакнуть супер-оружие, чтобы каждый Петри получил по халявному бургеру. Этим капиталистическим свиньям пора немного поделиться. А ты? Направляюсь к трассе 6096. Ну, я так думал, что ты пытаешься свалить из тиранской помойки. Удачи тебе. Я, пожалуй, продолжу ломать эту бургерную мегакорпорацию. Быстрее мне на этой мерзкой подушке у тебя за спиной. Силы в дороге понадобятся. Отдохнуть. Реально отдохну. Да, давай. Как думаешь, бригада террористы? Они борются за то, что верят. Это заслуживает уважения. Люди говорят, что они обвалили склон, но я скажу, брехня это. А ты?
Я не знаю, кто это сделал, почему нет варианта «я грибу, кто это, чи шо?». Где вариант «я понятия не имею, кто это сделал», например. Ну, типа, неважно. Блин, очень сложный вопрос. Это какой-то морально тяжелый выбор. Это они, их можно понять. Думаешь? Ну, может, это и они. Опа, Алекс, ты меня слышишь? Это же этот, медведь. Отличный комп. Там внутри приемник. Неплохо, а? Сам сделал. Абсолютно, мистер Медведь, как всегда. Сколько тебе лет? 14. Ну, я реально шарю. Мной любой бы хотел быть. Сейчас о чем я? Я собираюсь переключиться, но ты в курсе, Алекс. И мне надо знать, есть ли вокруг я. Сам знаешь. Круто, что ты ему помогаешь. Нет, почему он так разговаривает? Слушай, давай на чистоту. Может, это и дурость, но мне кажется, с тобой можно. У мистера Медведя есть нелегальное радио. Он хочет, чтобы я проверил, где сейчас менты. Работа на бригаду? Кажется, проговорился. Сорян, мистер М, ничем не могу помочь. Занят, пытаюсь сделать так, чтобы дождь из мяса шел. Могу помочь. Не переживай. Тут как-то в автобусе может. Не парься, все просто. Даже взрослый справится. Валя, включи сканер. Запустить сканер. Что-то упустили? О, полный когнитивный провал. Батарейки забыл. Вот. Прекрасно. Как батарейки расставляются. Так. Открой эту хрень, пощелкай переключателем. Случайно. Нам надо прослушать больше радиус, так что активируем практически все усилки. Чтобы выцепить рацию и полицию, нужно ровно 8 вольт. Если ты хочешь, чтобы я... Крути ручки настройки, пока не услышишь что-нибудь. Измерительные сигналы должны быть очень яркими. Alvar, Unit 8 here, camped outside the gas station. Nada for now. Over. Keep looking. You got donuts? Пончики есть, прием. На горизонте чисто, мистер М. Они еще на прежнем месте. Транслируй давай. Я? Мне? Это мне? Что, это куда транслировать? Кого транслировать? А, это не мне. Thanks, A. And, homegirl, beside A, and Alex. И Алекс, смотри, свяжись, okay? Лады, уверен, ей тебе не хватает. Да. Ладно, как угодно. Тут перевод немножко чуть-чуть кривоватый. О, прикольно. Спасибо большое, я их не слушаю даже. А теперь завалим жителей Петри халявным мясом. Дайте мне халявное мясо, пожалуйста, кто-нибудь. Украинский конь поврежден. Well, at least 347 people got free burgers. I can live with that. 347 человек получили халявный бургер. Я дальше еду, а ты?
А, моя остановка. Да блин, так и знала. Не кисни, удачи там. Окей. Ну, я думала, что я с ним дальше поеду, но он сходит. Окей. In the temple. You sure this place is closed? Ой, oh, только не вы. Yeah, it just leaves those on to scare criminals. Well, didn't work. Nope. Ну правда, но я не хочу, они, мне не очень нравится их история, наверное. Ладно. Окей. Ну подожди, подожди, нет. Сначала я похожу, посмотрю, может быть, тут есть что-нибудь взять. Что это? Съесть испорченную еду? Ешь испорченную еду, конечно же. Ну, тебе мяч. Прекрасно, пни. Да не сюда, подожди, вот сюда его надо, это точно. Ачивку дай. Пни. Ладно, не важно. Монетка. Три монетки даже. Стэн. Эй, ты хочешь поучаствовать в чем-то масштабном? Например, во взломе. В лучшем мире, возможно. Вы научите меня взлому. Подожди, я умею, может? Подожди секунду. У меня есть взлом. Ум. Хакерство. Мне нужна больше информации. Говорим по подсобке. Ну ж, пора начинать. А вы меня научите взламывать? Если да, то могу. Ладно, Митч пошел оценить обстановку. Надо сидеть тихо-тихо. Тихо, это мое второе имя. Now shut your trap. Here comes Mitch. Okay, okay. From what I can tell, the place is empty. Зачем мы туда вламываемся? Because this place might have может быть важная информация. За Соней гоняется псих, мы должны ее защитить. Да, милая Соня в опасности. Вы какие-то немножко тоже. Мила. Что вы так переживаете? Ну, она все-таки умершая всей страны. Не вопрос. Возьмешь мою счастливую отмычку, чтобы проникнуть внутрь. Счастливая она, потому что неиспользованная. О, ура, получена способность. Поехали. А ты ничего сначала спросить не хочешь? Вы, ребята, голосовать же собираетесь? Увы, из-за предыдущих залетов это невозможно. Да, если у тебя судимости, голосовать нельзя. Что-то я уже вообще дупля, не, я забыла, Флорес это та, которая... Я не знаю, что это. Я за Флорес. Nice. Мила. Here, кто? Флорес. Я забыла. Надо делать перерыв поменьше. Лезь в конец, используй отмычку. Да я... Могу. Встань перед камерой и приготовься. А мо...
Это я беру. Ща. Сейчас стану. Я тут немножечко ищу себе что-то. По денег. О, соскрести. Я проиграла. О. О, да съешь ты гамбургер. А, у меня нету, ну ладно. Стэн, мы это обсуждали. Тебе нужно больше терпения. Видишь нас на камерах? Вижу, да. Оглядись, видишь схему офиса? Подожди, окей, два. Вторая камера. Это ресепшн, да. Вы на рецепции. А то мы не знали. Ну, мы будем уже что-то делать. Ой, что-то пищит. Я все пожмакала. За что благодаришь? Не обрезать сигналку. Не обрезать? Стэн, ну это ж не профессиональный грабитель, как мы. Давай я смотрю, тоже умники. О, это служба безопасности. Поступил вызов от системы охраны. Все в порядке? Ложная тревога, все в порядке. Почему сработала сигнализация? В открытое окно кошка залезла. Впредь, мэм, непременно закрывайте и забирайте все окна. Спасибо, что объяснили. Пожалуйста, пока. Минутку, мам. Мне также понадобится пароль сигнализации счастливого такси. Таков протокол. Окей, мне нужна ваша помощь. Это какой-то кошмар. А ты от нас чего хочешь? Может, грабители, а не волшебники? Можно рассказку? Увы, не могу. Ищите пароль. Да, как скажете. Я жду, мам, назовите пароль. Быстрее ищите пароль. Да быстрее ты! А45D2CPP12. Подожди, почему тут два одинаковых? Вот это. Спасибо за ваше время, всего доброго. Наконец-то, ты чё так долго? Ты же знаешь, не люблю торопиться. Кодовый замок. Попробуй 1, 2, 3, 4. Нет. 4. Да перестаньте это делать! Вы сейчас еще раз сигналку. Милость, ты же в комнате охраны. Кот наверняка где-то там. Найти его, говорит. Так. Да, 2, 3, 7. В смысле, нет? Ключ от машины я взяла зачем-то, но почему нет? В смысле нет? Что значит нет? Давайте почитаем. Patriot Times, 11 октября, 86 год. Главарь бригады в бегах. Томас Карсон, записной член бригады, отбывающий срок за участие в террористической организации, утверждает, что главарь бригады до сих пор на свободе. Дополнительно Карсон смог только сообщить его инициалы. БВ. Или что такое? И то же самое? А, нет. Черная бригада признана виновной. Суд единогласно признал десятки членов бригады виновными в преступлениях против страны. Преступники арестованы, но ходят слухи, что несколько важных членов бригады ухитрились ускользнуть от правосудия. Все еще ждут среди нас, притворяясь законопослушными гражданами. Вот здесь, короче. Какой из них? Нет. Ты-ка. Я хребу?
Нет. О! Получилось. Ты это видишь? Нет, ничего не вижу. Секунду, там камера скотчем заклеена. Мы, конечно, знали, что надержим Сони, но это совсем дурдом. Это он, Мич. Псих-таксист. Опа. Да, 4. Камера 4. Слушай, тебе же не нужны неприятности. Дай мне код от двери управляющего. Не, давай ему код. Мы почти узнали, где этот урод нападет. Спасти себя. Да, спасти себя? Пожертвовать собой? Нет, нет, нет. Спастись. Я от вас получила все, что мне нужно. Место нападения убийцы неизвестно. Я не знаю, это очень сложно. Но я пожертвовала собой, если бы сделала это. Почему ты не можешь залезть? Возьми, блин, стул. Да ничего не смотри, взять стул. Так, я успела свалить? Отдохну. Хотя мне не нужен отдых, подожди. Ну ладно, пофигу. Это было жестко, это было хорошо. Это было, да. Ладно. Просто ладно. Я не знаю, насколько это плохо, то, что я решила спастись и все такое, но я это сделала. Открыть. Я же взяла ключ от машинки. Это мне. Почему у меня укусы от комаров? Я не слышала ни одного комара, что происходит. Ладно. Тысячи наших граждан, включая меня, сочли, что закон необходимо изменить. Документы. На то, зарегистрировано на Эллен Винтерботтом. Что у меня тут есть? Ну такое, короче. Взять ультиматум. А где этот ультиматум, что я только что получила? Так, тут что? Окей. Автомобиль производства Patria Motors. Patria Motors. Сильному народу, сильная машина. Да, интересно у вас слово. Ну ладно. Давайте, наверное, на этом... Остановимся. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твиче. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.